Привет моим подписчикам и гостям моего канала. Кто куда, а я в лес. Опять пошла в лес за огород, посмотреть, как дела с грибами, и просто подышать воздухом. Мы все с мужем собираемся сюда сходить, и с Робином, чтобы он тут побегал, погулял. Но нам кажется, он знает все ходы и выходы. И от нас здесь убежит к своим подружкам-собачкам на соседних участках. Он часто сбегает, приходится садиться на машину, ехать за ним. И он у нас спокойно садится в машину, открывая багажник. И мы его везем домой. Вот такой у нас гуленый песик. Ну, а я гуляю и собираю грибы. Бутылок тут развелось, я не знаю. В лес ходят что? Пиво, что ли, пить? И бутылки здесь оставляют. Но куда это годится? Вот? Я рассчитывала, войду в лес, а тут куча грибов, потому что у нас прошли дожди. Но не тут-то было. Минуты 3-5 уже хожу. Вот он. А вот и гриб, а вот и чудо. Смотрите, это же настоящая грусть. Вот видите, какой грусть. А рядом еще один. Ой, какая прелесть. Вот, я в таком кадре сниму. Так, если есть грусть, надо рядом еще искать. Конечно, и вот еще рядом. Смотрите. Отломанный немножко. Может, я и наступила. Вот сейчас буду срезать грузди. Ну и научусь их солить. На ютубе же подсмотрю и посолю. Но что-то мне кажется, они не очень свежие. Может, испортившиеся? Нет. Нет, красавец. Ой, как мне хорошо повезло. И здесь еще вырастет. Ну-ка, а этот, наверное, уже плохой. Ну-ка. Конечно, червивый. Нет, этот я брать не буду. А вот еще один грибочек. Не видите? Да вот же он. Ой, тут даже три. Я сама их только сейчас увидела. Вот. Я их всегда выкидывала. Думала, это поганки. А вчера еду на машине. У женщины. Полно таких грибов. Я говорю, вы что поганки насобирали? Она мне говорит, да вы что? Это же... Ой, что в магазине-то продается? Шампиньоны. Представляете? Это, оказывается, обычные лесные шампиньоны. А мы с Марией собирали, их выкидывали. Вот, буду жарить. Не успела отойти от шампиньона. И вот, пожалуйста, грусть. Вот, смотрите, какой грусть. А здесь, рядом, совсем рядом. Белые грибы. Мамочка и ребеночек. Вот какая прелесть. Ну что, срезаем сначала грусть в корзинку. Отличный грусть. А грусть один не растет. Сейчас еще рядышком полазю. Ой, да тут целая семья у меня белых. И мама, и папа. Нет, это один такой. Вот мама и дочка или сыночек. Смотрите, какой чудный. Настоящий белый гриб. Вот у нас что за огородами растет. Тяжелый такой вообще. Ну, давайте пошрудим здесь. Рядом должны быть грузди, раз один есть. Где тут еще грузди? Сейчас найдем. Вот это мой срезанный.
А вот смотрите, рядом грусть опять торчит. Ой, ну чудо, а не грибочки. Чудо, смотрите, какой грусть. Смотрите, какая прелесть. Ой, ну сегодня без грибов точно не уйду. Да когда я, собственно, отсюда уходила без грибов. Каждый раз, как зайду за свой огород, за свою дачку, так с грибами возвращаюсь. Сказочное место у нас здесь. Кстати, я люблю ходить за грибами одна. Как говорится, все грибы мои. А то пойдешь с кем-то, и все будут собирать твои грибы. Так, а это у нас что? Это у нас что? Какие-то странные грибы. Ну-ка попробуем их отрезать. Ой, да это же лисички. Да? Или нет? Мне кажется, лисички. Но почему они из корня растут? Как-то даже странно. Но это точно хорошие грибы. Видите, по ножке. Не может плохой гриб быть с такой толстой ножкой. Будем считать, что это лисички. Приду, залезу в энциклопедию по грибам и найду, что это за гриб. Дожди у нас сильные были. Мне кажется, все боятся в лес идти, думают, тут жижа. А тут так хорошо. Совершенно никакой жижи. Где куры у меня? Такая жижа. А здесь красотень. А что вот это за грибы? Смотрите, как их много. Целая сковорода. Ну что это вот такое? А? Выкидываю всегда эти грибы. Ну-ка, дайте-ка посмотрю. Ну какой это вот гриб? Может, он и есть? Шампиньон. Я боюсь срезать. Кто-то один срезал и оставил. Ну что это вот за грибы такие, а? Шампиньоны вроде беленькие верхушки. Но их тут так много. Ну не могут быть они такими плохими. Ну так хочется забрать. Я не знаю, что за гриб. Оставлю, может, кто-то заберет. Ой, жалко. Целая сковородка. Смотрите, их сколько тут. Смотрите, какие они толстые. Какие ножки хорошие. Ну, пошла от них. Я всегда незнакомые оставляю. Кому надо, тот возьмет. А мне не надо. Посмотрите, что это за грибы. Вот они все червивые, но все равно они должны быть какие-то хорошие. Вот они вот так вот растут. Вот я их вот так срезаю. Они червивые. Ну что за гриб? Хороший или нет? Их тут настолько много. Целая полянка. Вот видите? Тоже они. Видите, как их много? Вот они все. Вот я их срезаю. Да, они червивые. Но если были не червивые, мне их брать или не брать? Вот, смотрите, сколько их. Вот. Вот. Что за грибы? Легкие какие-то. Не знаю, что за грибы, не пойму. Но их тут очень-очень много. Ответьте, специалисты по грибам. Пожалуйста. Вот они старые тут стоят. Вот. Вот, смотрите, их как много тут. Вот они такие вот. Ну не могут же быть это поганки. А? Вот. Вот. Даже маленькие те червивые. Видно, давно растут. Специалисты, я вас жду. У меня садится телефон на последней грани, на последних минутах. Но смотрите, какие белые грибы. Смотрите, какая прелесть. Но как их не снять?
Вот. Под березок уже нету, под осиновик, вернее. Вот только белые второй раз попались и грузди. Но кто-то хорошо передо мной прошел. Потому что все взбаламутино, прям как будто прошли стадо кабанов. Все взрыхлили. Вот тебе я думала, что первый раз. Ну все, вот эти забираю, выключаю. Может, уже и не смогу включить телефон. Ну и, конечно, телефон у меня сел. И заключительные кадры леса я вам не сняла. Да и не жалко, потому что я ничего больше не собрала. Вот эти грузди, которые я вам показывала. Вот это, как я их называю, белые грибы. Уже на сковородке. Остальные я все выкинула. Раз я сомневаюсь, значит, им нечего делать в моей сковороде. Я встретила соседа, и он мне сказал, что это не белый гриб, это боровичок. Вот, теперь я этот боровичок, боровички, жарю. Обжарю с луком, добавлю сметанки, и будет нашей семье счастье. Всего вам доброго. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Я буду очень рада. Всего вам доброго. Пока-пока.